Мягкий крем под подгузник предназначен для устранения и профилактики опрелостей у детей грудного возраста. Данная формула является гипоаллергенной, не содержит отдушек, имеет очень комфортную текстуру, отлично смывается водой, образует на коже воздухопроницаемую пленку, которая не мешает естественному газообмену, но предотвращает повреждение кожи экскрементами, биологическими жидкостями, которые могут вызывать раздражение и даже нарушение целостности кожных покровов. За питание кожи и восстановление липидной составляющей гидролипидного барьера отвечает в данной формуле масло сладкого миндаля и ланолин. Аллантоин, бисаболол и депантенол работают с восстановлением барьерной функции, обеспечивают успокаивающий эффект. Окситцинка и сульфат магния подсушивают кожу, не дают мацерироваться ей при контакте с влажной средой, при этом не пересушивая эпидермис и оставляя защитный барьер состоятельным. Данная формула дружественно относится к микробиому и не нарушает нормальную микрофлору. Может использоваться при каждой смене подгузника. Имеет достаточно комфортную текстуру. Она быстро впитывается, образуя защитную пленку. Когда мы наносим крем под подгузник, мы должны предварительно тщательно очистить кожу малыша мягким моющим средством. Обязательно просушить мягким полотенцем, потому что кремы мы наносим на сухую кожу. Нанося крем, мы должны уделить внимание складочкам кожи, особенно в паховой области, и нанести мягкими массажными движениями до полного впитывания защитный крем. После этого можно уже надеть одноразовый подгузник. Смываем мы, как я уже говорила в начале, данный крем обычными мягкими очищающими средствами. Он отлично смывается. И при надевании в следующий раз подгузника наносим свежий новый слой.